Уф, ой, катываем со дворов. Сегодня мы стримим. Всем привет, сегодня мы стримим прекрасную, восхитительную, великолепную игру Don't Starve Мы Dog. стримим Ёбаный в рот, прекрасную, блядь. восхитительную, великолепную игру Don't Starve Ёбаный Dog. Мы стримим в рот. Я чуть не оглох нахуй от своего голоса, блядь. Да, уже вечер, блядь. Наступила ночь. Привет, паук. Я сделаю хакер на всех. Зачем? Паук не Почему? надо. Так. Блять, ягоды шо не взяли, бля? Мы еще до сюда не дошли. Почему мне кого-то бегут? Не в первый раз теперь. Нас никогда никто не сломает. Мы таджики, мы носители корон. Так, сколько надо чего? Как, а? Ты придешь евро. Он знает. Это я знаю, да. Можем ночью порталы пережидать уйти. Смотри, что было нужно. Ты что здесь? Рассудок не снижает? По-моему, снижает, но типа у меня стрелка вниз идет. Оно увеличивается или нет? Нет, нам не постоянно. Стрелка вниз, да, идет. Нет, это от того, что темнеет сейчас просто. Ну, возможно, да. Оно не усиливает как привидение. Просто если усиливает, то я бы, наверное, пересоздал. Вот вчера точно. Спудрия танцы. Кремль. Ой, подожди. Где все? Я лутаю говно всякое. Я тоже. Поймал говно, блять, так. Чего? Даже мод на миникарту стоит. Чего, блять? Вот на миникарту. На миникарту не стоит. А, читер, да, понятно, я. А вы где вообще? Вы по дороге пошли вниз или куда? Просто мы, может, сделаем сразу это тогда. Как надо. Каменную дорогу нашел. Опа! Кремний, ебать. Кирка нужен еще один кремний, да? Так. А? Блять. Мой нос мудрее, я танцую. Опачки. Кирка готова, ебать, сейчас будет. А, Артём, блядь, свети. Могу еще костюм большой сделать. Да пока не надо. Одного хватит факела. На первую ночь. Да? Ну просто так тебе зомбай, блядь. Я уже полфаки найду. Замай, 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 замай. А, я уж могу еще цветочек сделать себе. Сколько надо? Еще 4, да? Ну пока, наверное, не буду одеваться, смысла не будет, не имеет тут. Ты туда пошел, блин? Низ. Там налево вода, по-моему, там нет прохода. Все, я. Я камена, ёб. Ёб. Опа. Это что, это селитра? Плюс селитра. Монос в пудре я танцую. Он тебе рассудок снижает, кстати. Да. Да. Можно ловушки сюда ставить, но я не знаю, может какое-то другое место лучше поставить.
кроликов. Кто я, кроль? А же ты кроль, блядь. Пчелки. Пчелок мы не обижаем, пчелкам мы не пристаем. Золотой самородок. Блять, мне... я хочу лопату теперь себе. Кто-то будет выкапывать могилы, чуваки? Надо могилы выкапывать. Там, кстати, сапфиры всякие падают, я выкапывал уже. Я уже смотрел, блять, там всякие приколы падают клевые. Куски мяса так суеверны. Согласен. Соглы. Так. О, я могу броню сделать себе. Кайф. Ой, нас в пудре это... А ебать, я что-то это голодней, блядь. Вот бы и бахнув по борщу, блядь. А пахнет як? Нам нужен навоз. Ох, ебать! Я нашел камни, блядь. А это чья ловушка? Что она такая дура? Значит, это заспаунилась ловушка. Пиздец, тут ягод, блядь, всякого говна, да хуя. Тут же плоты можно строить теперь. Кого? Плоты. Прям в этой версии? Да. Фига, не знаю. Не надо, Лигуля, не надо. Квакушка, квакушечка, не надо. Я просто собираю траву, ягодки, морковку. Буду кушать. Так. Убираю все, что вижу. Да, бывает, цару, да, нихуя себе, опля-пля. Игра так называется, убираю все, что вижу. Хелена убил этого конченого. Который из кустов убегает. Как это называется-то? Иду кого? А уйди нахуй, что ты тут, блядь? О, блядь. О, блядь. Заебал, сука. Че, нам камня много надо? Ну, вообще, да. Блядь. Сломався, блядь. Кирка сломався, блядь. Да, блядь, самородков я ебал 15 штук, блядь, уже. Золотых. У нас в пудре я танцую. Нам надо придумать спот, где мы будем всегда находиться. Какой-то. И желательно сейчас это сделать, чтобы там уже ебануть. На самом деле, возле портала можно. Дерево надо мне одно. Портал — это в основном центр мира. Хотя я могу, наверное. Ну, если будем умирать, будем возрождаться. Ну рубись, ёбаный. Заебись, так. Теперь я могу что-то сделать. Костер въебать, теперь могу. Как же я хочу хавать. Так. А портал далеко. А, короче, ладно, я пошел тогда куда-то туда ставить. Ближе к тому месту, наверное. Портал, да? Ну, в ту сторону, да, куда-то. Вот докуда дойду, там и поставлю, короче, костер. Ну, ты маленький костер поставь, пока камень не делай. Обычный поставь. Так, ну, блядь, лучше тогда уже большой сразу ставить просто. Хотя... Бля, я понял. Бутафором. Да, я его видел. Вниз иди от него.
Просто возле портала ничего нет, типа там пустота ёбаная. Ну, тогда давай пока не будем. Ой, я, кстати, след нашел бифова. Я тоже. Ну, а ты его можешь забрать? Я могу. О, перепить поле. Мой нос в пудре, я танцую. Нет. Ступит тени, ты уйдешь. Что-то ловушка, блядь, не ловушки рится нахуй. Так. Если че, я могу научную машину сделать уже. Ну давай я сейчас побегу в сторону респы. Да я пока так, типа, все равно сейчас надо просто найти там место получше, потому что там ничего нет все равно в той стороне, где портал. Не, ну я имею в виду, что мы встретимся где-то хотя бы. Жить можно возле пчел, тут ебать себе будет и все. Возле пчел? Ну да. Тут гигантские люди. Я чуть не сожжёг, блядь, хуйню. Так, чё бы... Ладно, морковку пожарю. Давайте реально подходить к пчёлам. Ну я прям возле пчёл сейчас. Сейчас я Макса приведу. Макс, где? Хуй его знает, я далеко. Иди ко мне. Куда к тебе? Лёва, шо на меня напали? Я ж ничего не делал. Макс, ты у портала, да? Не, я в другом месте. За мной стол бегает, что делать? Я у тебя жгу. Не трогай, его трогай. Мой нос в пудре, я танцую. Я зачем оточенный возле... Наступит день, и ты уйдешь. Твой пудра. Макс, беги, короче, прямо вниз от портала. Кстати, у меня все это время даже... Игра не была захвачена, блядь, все это время, блядь. Это просто супер рофл, блядь. Почему? Почему? Я у портала. Я у алтаря. Блядь, а что мне делать-то, нахуй? Возле портала ты? Я от портала далеко. А все, я иду по порталу. Давайте у портала все встретимся и разойдемся, блядь, нормально. Да? Там же ебаный остров, блядь, там ничего нет. Нет, я говорю, встретимся просто. Блять, у меня игра нихуя не захватывается, блядь, почему-то. Просто у нас не стоит модификация, чтобы мы не видим друг друга на карте. Похуй, пусть будет так, блядь. Так. Так, я вообще куда иду? Вроде правильно иду. Я возле стола этого платформа. Он ко мне бегал там. Я иду по следам бифула, блядь. Я читаю следы. Так, надо будет тогда здесь попробовать... Фуллскрин, это въебать, может быть, что-то будет нормально тогда. О, все. Похуй. Со всеми алертами пусть будет. Да, где вы, а? Но я иду к порталу тоже. Мама говорила мне, не верь ему. Так, сейчас. Нихуя, блядь, что-то я это слишком сильно. На, развали его, дурочку, блядь. Вот. Так, нормально будет, я думаю. Так, в чем мне, блядь, надо это, блядь, куда-то идти, нахуй, ебаный в рот, его в пизду, блядь, его ебать, нахуй сосать.
Мой нос пудрит от... А, ты уже там? А вниз, нам надо все равно вниз идти, короче. Да я понял, но надо встретиться просто. Ну, пиздуй просто по дороге вниз, и все. Вот он, вот он, вот он, вернись. Кто вернись? Вон он стоит. Тебя. Пойдем по дороге, короче, и там, вот дальше по дороге туда пойдем, и все, блядь. Ну, где он? Да, я бегу. Все, пойдем. Ой, нос в пудре, я танцую. Не, я сделал. Нихера. Деревянная намного лучше и делается легче, практически. Куда здесь? Опа, ловушка. Наверху у меня был. Ловушка кролика. Я тут не был вообще еще. Чё это было? Блять, она всегда приходит, когда темно становится, сука. Она сказала просто, что темно становится. Может, попадем вниз, может быть? У нас сейчас рассудок снижается? Сейчас нет. Я повышаю. Все нормально. У тебя повышается, потому что у тебя венок. Почему я быстрее вас бегаю? Потому что ты скоростной пацан на спидах. Ну, бежим. Прямо. Можно было бы, по сути, вот здесь расположить. Тут нормально, мне кажется. О, голова мраморная. Это голова, да? Голова, дай денег. Возьми ты морковку. Я украл морковку из кабла. Зачем ты морковку собираешь, дурак? А чё? Пусть висит, она нам пока не нужна, это на темные времена всегда морковка должна быть. Никогда не пропадает. Так, мы, блядь, нам надо где-то обосноваться, блядь, все-таки. Так, ну здесь нихера нет, все равно. Пока есть возможность, надо дальше чекать. Жалко, что я вас никак не вижу. Но здесь ничего нет. Кусок коряги. Короче, нам надо где-то по дороге, блядь, вниз поставить, может там наверняка что-то будет. Можно на том перекрестке поселиться. Может на каменную дорогу выйдем и там поселимся. Погнали. Какая каменная дорога, блядь? Что из этого каменная дорога, блядь? Можно вот, ну это не каменная, там каменная левее, можно тут на самом деле? Здесь тоже нормально. Ну, я тоже говорю, у меня три крестки вот это. Давайте вот здесь вот реально. Давай ночью крестки перейдем. Так, мне надо пару деревьев еще. Да, да, этим угадать. Если мы прям будем тут обосноваться, типа, сильно, то можно, нужно нормальный костер ставить уже. Ну, пока. Ставь. Пока просто, типа, ну... Так. Эндотермический костер есть возможность сделать. Нахуй нам не нужен лоб. Давай улучшим эту химическую машину. Блять, а где это делается-то вообще? Еще б я знал, где это делается. Блять, жрать их надо пожрать. Мой нос в пудре, я танцую. Наступит тени, ты уйдешь. Так. Я сделал палку. Ебалку здесь? У меня теперь дерева не хватает. Так, сейчас. Блять, что еще можно сделать? Вообще. Так, ну а, вот алхимическая машина, нужны доски, камни. Ну, у меня есть доски, камни сделай.
Ну, нужны электрические штуковины, у нас такого нет. Они делаются из этих, из золота. Так, надо... А, и камни, да? Так, ну давай сейчас тогда... Вот, у меня есть куски не крафтить. Камни буду делать. Так, сейчас, сколько там надо? Две, по-моему, да, было штуковины? Так. Мама. Ёбаные каштаны, блядь. Так, штуки. Еще одну штуковину. Так, дай мне доски сразу тогда. Да. Так, и еще надо ком... Блять, где это делается? Господи, блядь. Так. Чё выкинуть, блядь? Бьём кролика, блядь. Крафтинг бип это плохой, да? Они все нормальные, они по-разному просто действуют. Плюс алхимическая машина. Так, теперь нам, нам бы сундук какой-то еще въебать. Но это надо доски. У тебя доски, я ж тебе дал. А-а-а, у меня одна доска осталась. Может, да, сделать, да. Сделать. Так. Мраморный боб. Цилиндр нужен. Шляпусник какой-то нужен. Сложно. Сложно, блядь. Так, шляпку пока не крафтим. Конструкции. Сундук. Нам бы холодильник. Холодос еще сделать. Было бы супер охуенно. Как холодос делается? Здесь. Где-то здесь, наверное. Бак мыслей. Стол картографа, гончарный круг. Смотритель температуры, дождиметр, порох, кромат, вот. Блять, а где холодильник, сука? Я хочу к холодильник. Холодильник делается из углей и камня, он делается в виде разделил еда. Надо еще шестеренки. Так, шестеренок у нас нет, да? Ну, получается так. Так, надо, блядь. Мне камней теперь не хватит. Короче, надо, я пошел, блядь. Копать, в рот и выебать. А, не в ту сторону. Мой нос в пудре, я танцую. Наступит день, и ты уйдешь. Ха, он умер, лох. Типичная человеческая ошибка. Тупые человеки. Вы палки собираете? Просто запасы на базе будем делать и все. Нам будем до зимы умирать. Я живем. Я там уже скинул очень много на самом деле палок и травы. Какая цель в игре вообще? Убить этого чела? Какого? Это драк? Просто выживать. А там же, ну в оригинале типа там сюжетка-то точно есть, я не знаю как здесь. В Тугезер это вроде просто выживать, а по обычному доставке есть сюжет. Так, где я вообще? Здесь я не был, да? Пойдем по дорожке. О! Говно! Кайф! Что такое? Я какашечки нашел. Я нашел какашечки. А что вас, чё вас так мало? Как эти больше? Пойду убью маму. Я о! Какаха. Зашел,
Джека там назначить, что он зайти мог. Сейчас, сек. Все, я сделал. Я сделал, но мне лень ему говорить, что-то, блядь. Блядь, сейчас я уйду в жопу мира, нахуй. Просто по экрану ползает, блядь. Паук. Ля какой. Я бы броню деревянную нашел, надо кому-то. Короче, грядки надо делать уже, блядь. Уже прям. Уже прям под грядки можно все захуярить. Уже там навоз есть, ёпт. Ягоды можно выкапывать и типа садить. Да их надо выкапывать и сажать. Ну, у меня... Я там выкопал несколько на базе. Так. Блять, а на какую кнопку так, я не помню. На левую. На левую, можно удерживать F. Просто. А, да? Нет, на F не работает. На F работает. Ну, если нажимать... Я пробил ближайшие предметы собирать, а на F так ближайшие. Понял. Пауков тупо развалил, собегею. У меня 600 хп. Опять какие-то следы какие-то. Так, а где? А, все. Все, мы дома. Мы дома, ёпта. Блять, мне не хватает одного камня. Придите на базу, пожалуйста, блять. Мне не хватает деревьев и камней, блять. Мне нужен один камень буквально, блядь. Дерево я нарублю тут. Блядь, один ёбаный камень, блядь. Сука, тут все выкопали, да, нахуй? Блядь. Придите на базу, блядь. Все нормально. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все, нахуй, пусть. Нет, я не оставлю. Я не оставлю, я не смогу оставить это дерьмо все здесь, блядь. Лептичка, покушай, семечку принесли. Сосать, блядь. Все, блядь, я поставил, блядь. Классная, блядь, кострище охуенное, блядь. Это дерусь со слоном. Уже ночь, блядь. И как, побеждаешь? Ну пока что не пишется. Иди спать, блядь. Слоноёб. Ну, шестерёнки надо бы найти. Так. Да, похавать надо. Мой нос в пудре, я танцую. Наступит день и... Ой, ебать, гриб вырос, нахуй, у меня под ногой, блядь, просто. Ой, я убил его, все. Так, что в сундуке? Ага, понял. Палки. Палки скидываются туда. Так, что еще можно сделать полезного? Хуйня какая-то. Так, гончарный круг. Так, а зонтик мне нужен еще же, да? Зонт. Блять, а где зонт? Все, не похоже на зонты, блять. На хуйню какую-то похоже все. У меня ПГ его этот пауков разматывает. Вон камень с вебкой, блять. Так, конструкции. Моргенштерн. Мясная бита. Так, может копье сделать себе тогда уже что-то хоть это. Больше толку, наверное, будет. Блять, где ёбаный этот, сука? Этот нахуй. Где ёбаный зонт, блядь? А шапка зонта вроде есть, да?
Так вот. выживание вроде бы. Так вот, я смотрю, здесь так. Инъекция, ловушка, ловушка, сачок, удочка, спиннинг, ракета. Милый зонтик. Походу, это оно. Нет, мио зонтик это другое. Мио зонтик из этих делается, из лепестков вроде бы. А А, вот потом зонтик. из шопок этих. Блять, шкура свиньи нужна. Вы чё, рофлите, блять? Нет. Это невозможно. Изи вообще. Так, что можем из этого сделать теперь? Что там можно было сделать с этих, блядь, с механизмов, с шестеренок? Холодильник. Ха-денег, ёбаный, точно, блядь, так. А есть шестеренки? Ну, Артём принёс, так. Так, надо уголь теперь. Сжечь небольшой участок леса. Холодильник, камень нужен, да? Так, камень сейчас. Каменный блок, хуяк. Холодильник. Хуяк, ёпта. Спишу себе. Да, я поставил холодильник, так. А ты его поставил уже просто так. Безумно можно быть первым. Безумно можно... Блять, дождь, сука! Надо. Ля, какой костер, откуда у тебя такой? Выпал. Притамажит, сука. Так, надо этот. Что мне, блядь, сделать, нахуй, вообще с этим можно? Есть еще некий. Подожди, Вик, ну это нужно кусочек щупальца, блядь. Так. Ладно. Так, бля, ягоды уже надо готовить. У нас лес горит. Да я его поджег. Так было Дерево задумано. сгорело, как бы. Нам уголь надо, поэтому я поджег. А по-другому вообще никак нельзя, блядь, заработать. Тут пиздец странная хуйня. Уголь нет. Пиздец. Мой нос пудрит, я танцую. Чш, наступит день, и ты уйдешь. Так. Хуй ту это вот сюда можно тоже закинуть. Доброе время суток за май. За май, за май, за май. Так, еда. Деньги. Грядка, бля, короче, надо грядки хуерить, блядь. Я клыки положил. Дерево уместилось в каштане, блядь. Непонятно. А, вот улучшенная грядка нужна 4 навоза, блядь. Ой, 6 навоза. Ну похуй, просто обычную ебанем грядку пока. Я сделил. Мне кажется, я кусты садил, нет?
Наполняй свой код быстрее, растение ёбаное. Что, есть что-нибудь такое? Не хочется траву сжигать пока. Я посадил уже. Мой нос пудрит. Так. Ворота, сапуры, стены. Всякая хуйта. Бля, как жопу получить свиньи, блять, это пиздец. Свинью кайтить, блять. Пошли убьем спокойно. Ну, хотя ты-то может, наверное, можешь, блять, с этой хуйней, блять. Надо удочку еще хочу сделать, блять. Что у нас тут есть вообще в сундуках, что поскладывать еще можно? Ломки костей. Вон, с травы дохуя, кажется. Забился чуть-чуть. Так. Короче, я пошел за говном. Ну-ка, забайтится, но он забежит, наверное, да, вот хуйню. Ну и сиди. Два крота, мы тебе шляпу сделаем дождевую. Чё? Найди два крота. Каких крота, блядь? Какие кроты? Не, я уже живу ей. Короче, безумно можно быть первым. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Бля, говна надо просто супер дохуя. Да. О, пойдем слона грохнуть. Так, ладно, уже хуёвые цветы становятся. Я не туда пошел, что ли, блядь? Блядь, я не туда пошел, сука. Папирус, доски, веревки, восковой бомб, пчельный воск. А у меня тут тоже следы есть. Да, типа сейчас следы зверя кончаются здесь. А зверя нет. А у меня вот следы есть. И мне это круто. Иди тогда сюда, и у меня есть. Тут они были же, блять, вроде бы. Да, да, я помню, здесь. Следы есть, что пропадают со временем. Я знаю. Здесь рубил дерево 1000 лет, блять, упало три хуйни, блять. Ты у тебя на базе? Я нет. Нет, я же рядом с тобой был, ты не видел меня на карте, блядь? Нет. А ну-ка, какашечки, о, давайте мне какашечки ваши. Ты его солян вообще развалил. Мало какашек. Какай больше, что ты смотришь? Я камни нашел. О, я крота нашел. Дайте мне руку. Нужно больше какать.
Грохни его. Блять, объект превосходит грузоподъем. Подъем. Похуй съедаем, блять. Блять. Неприятно. На, нахуй, дурачка, развали её, блядь. Мраморная голова, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А чё из носа можно сделать? Из холода, точнее, там, блядь. Согласно, одежду какую-то крутую. Обе. Да, вот так. Так, а ну как, покакал, молодец. Их пугать можно, чтобы они какают. Каким образом? Ну, типа, подбегаешь, они пугаются, когда вот так поставить, типа, надо бы. Так, сколько у меня навоза? 6 как раз, нормально. Можно либо еще одну грядку сделать, либо просто подсадить кусты, которые есть. Сука, ёбаные кроли не ведутся, блядь, на хуйню, блядь. Опа, подарочек. Кваем сундук нахуй. Хуяк, рубаха с подтяжками. Но я не буду её одевать, она хуёвая в пизду. Подтяхи, блядь. Как крота поймать? Когда вылазит, бить его ничего не все. Счет один куст только принес. Так. Копье. Так, веревку давай тогда сделаем сейчас. Ебанем копье себе, блять. Ой, я поймал живого крота. Бахнул в стакан крута. Вы где шизики, нахуй? Я на кладбище. Копаешь, ну? Нет. Копай. Так, а, это ж хуйня хп восстанавливает чуть-чуть. Либо с таким. Так. Готовим морковочку. Нямка, нямка. Четыре. Пять. Я думаю, столько хватит. Нормально такой, блядь. Ковбой Мальборо, ёпта. Просто пришел, блядь. Пришел все. Пришел, похавал, блядь. По кайфу чисто. Так. Смотреть себя. Так. Показываешь, куда идти, как работаешь вообще. Да, не первый съешь, да, ёпта. Что нам надо вообще сейчас еще? Мы бы что-то еще можем пиздато я замутить, нахуй. Тут дорога все, что ли? Ой. Надоел, пишет, что долго еще будете в это играть. Всю жизнь. Вечность, нахуй. Блин,
Что это за локации, сука, блядь? Какой-то остров дерьма, блядь, как будто. Все, что ли, блядь? Или это какая-то такая генерация хуёгая? А нет, что-то есть еще, походу. Походу, что-то есть. Нет, нихуя нет, походу. Или есть, или нет. Нет, короче. Ничего. Розенул тайма. Так. Только обратно к этим. Еще игрушечку, крокодильную игрушку. Прикол, нахуя? Призрачная крокодильная игрушка. Че? Пойдем отхуярим кого-нибудь, блядь. Я колосса нахерачу. А где ты? А я уже убил. Все равно где-то пойдем кого-нибудь Нет, отхуярим. а где вся трава, которую я открывал сюда? Опа, кроль. Артема, куда ты дел траву? У меня есть 28. Нет, тут просто несколько стаков лежало, я кол. Светка 28 взял. Сейчас принесу. Кто спер траву всю, я ее сколько уже укопал. Я тут Вот здесь хозяин так, кроль. короче всех ложит. А где кроль, ёбаный в рот? Мне больше интересно, где трава. Я думаю, больше стака кол. У меня еще 28. Сука, где кроль, блядь? Куда делся кроль? Он просто пропал, блядь, что ли? Мне просто интересно, на чего вы потратили столько травы, блядь, Я веревок, наверное. ничего не делал. Не, ну нахуй не надо было, блядь, я все сам золотая, блядь. Я самодостаточная женщина, блядь. Ну окей, блядь, еще наберу. А вот трава. Так, а что нужно? Я, блядь, здесь. Там. В этом сундуке? Ну что, 28 положил, что? Вот я еще. Че за амулет, Ну че за амулет, просто че за сколько у амулет? меня там, блядь? Там лежало 1,5 стака, понимаешь? Это больше 50. Че он делает, че за амулет? Так. Все, я спиздился, амулет, блядь, я крыса, нахуй. Он вроде воскрешает, как думаешь? Кроточервь. Положил такой. Как Есть кот. что-нибудь. Как кот выложил такой. Так. Лунные камни, всякие аметисты. Можно, кстати, аметист сделать. Не знаю зачем, правда. Но можно. Так, Моргенштерн, рок, вольт, косы, блядь. Сложно, блядь, все как-то делается, пиздец. Перья, блядь, лазурные. Пиздец. А как древесный уголь получить? Наверное, так же и получается, типа, из этой хуйни. Блять, опять забыл, где-то хуйня, вот. Доски паутины, древесный уголь. Только Почему пип... вот А, это вот, вот? есть один пипесный уголь, один есть. Так. И одна паутина нужна. Так. Я сделал пожилой бумеранг. Кста.
Это что за хуйня еще, блядь? Он со мной. Не трогайте корыта червяка. Че, а че, почему я урон получил, лол? Потому что не поймал. Че? Потому что не поймал его. А как я его поймать должен? Че за нахуй? Мы чё, блядь, поселились, где метеориты падают? Я не ебу, блядь. Бля, надеюсь, на базу не падают. Прям нормально, выебало. Классно, базу поставили, пацаны. А зачем нужны перья, блядь, кроме магии, я так понял? Там духовые эти. А, да, вот. Да. Так, вот как раз можно сделать. Огненный дротик можно сделать, кстати. Но нужен камыш срезанный. Чего? Подкиньте, ёбаный в рот. Мы с пацанами порешали вопрос. Мы с пацанами сидим на рыхлой чёрной земле. Привет, Санёк. Пиздец, у нас мясо, блядь, дохуище мясо, блядь, всякого говна, блядь, дохуя просто. Кстати, я... Как рассудок повышать? Цветы собирать. Да. Всё. Зелёные грибы жарить. А, я там один принёс, когда пожарю. У меня два есть. Ещё. Блядь, я въебал... Гриба, блядь, сырого, сука. Пиздец, мне по рассудку уебало очень крепко. Плюс кукуруза. Так, только что семена же, сука. Блядь, они в холодильнике. Блядь, гриб испортился, сука. Так, а кашечку накидываем. Гриб что дает? Вообще хуй знает. Еду заберите из казана, и гриб вон зеленый тоже. Похавайтесь. У меня рассудок 200, мне не надо ничего. Блять, а вот мне, наверное, надо все-таки похавать его, блять. Да, я немного он восстановил. Три паука ни одной гланды. Как у нахуй головы? Могу. Голова, дай денег. Ты же запнешь? Я броду убью. Так, две палки надо. Бля, пиздец, ну и остров, конечно, всратый, блять, максимально. Почему я вижу призрачные игрушки? О, где, ну-ка. Где? А ну иди сюда, блядь, ворона. Ай, блядь. Бля, как ловить бумеранг надо? Я что-то нихуя не понимаю. Я не знаю, она пробьёт вроде бы. О, лунный камень. Мама говорила мне... Мама говорила мне, не бери ему, не бери ему. Кустов больше принесите ягодных.
Блядь, нахуй здесь факел, блядь, лежит, ебаный в рот. Так. Хуй поймешь, куда что складывать, блядь. Так. Я даже похотился. О, реально, на пробел ловится. Бля, ну их надо на куда-то более полезное, я так понимаю, использовать. Я лягух развалился нормально, Артём. Да я уже убежал на базу, мне их там мало. Просто куча вылезла для меня. Башмаки. На них большие башмаки. Это бар-бар-бар-барбарики. Артём получается барбарик. Я пожилой барбарик, кста. Тебе уличка нужна, Макс? Да, давай. На базе лежит уличка. Бля, куда я пошёл, нахуй? Ладно, похуй. О, какаха. А за домом-то какаха лежала. Меня не обижала. Бля, может паука разъебать нахуй. Ебать, паук воин, ёпта. Ай, бля. Ебать, он прыг-скок команда с нахуй делает. Сейчас мы его отбайтим нахуй. Иди сюда, блядь, чучело ёбаное. Кот пошел, блядь. Засал, сука. Ты засал, блядь. Получай, нахуй. Да, блядь. Артём, а ты прыгал вчера точно? Нет, вроде бы. Да, не прыгал. Ай, блядь. Я тебя захуярю, блядь. Все равно, блядь. На нахуй поебасу. На поебасу. На по... Пиздык по голове, блядь. Да сука. Пиздык по голове, блядь. Ай, блядь, павук ебаный, пошел ты нахуй. Блядь, умри нахуй. Заебешь. Так, один павук умер, нахуй. Желтый павук, умри. Блять, желтый павук не умирает, сука. Все, он умер, блядь. Захуярил. Блять, я столько пиздил желтого павука, блядь, а из него нихуя не падает. Ну что это за приколы, блядь? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я пошел, блядь. Блядь! Пизда. А что у вас по рассудку вообще проблема? Ну, есть такое. Я просто гриб зеленый въебал сырой, блядь. Из-за этого у меня проблемы, блядь.
Это нормально то, что я спалил, блядь, паукам дом? Нормально, чё? Ага. Пиздец, 4 паука, блядь, бежит. Их было четверо, 4 паука. Всегда были вместе, не могли догнать меня, ёпт. Так, где эти, блядь? Я это нашел. Муха с котом. Моя собака. Сри, шо ты смотришь, сука? О, насрал. У Макса вообще рассудок поехал. Как-то надо разговаривать. Так. Бля, кукурузу можно приготовить как-то, да? Попробовать. Обстановка по кайфу. Тара-тара-та-тара. Так. Что еще можно взять? Бля, пацаны, бежим нахуй сюда. Я сложил говно в сундук, если чё. Чека села, пацаны. Вы где вообще, блядь? Я в пустыне. Это откуда идти, блядь? Налево. Что начнем, блядь? Пока я в пустыне. Вообще нормально, я это разобрал. Перекрытие поле, а там, блядь, кукуха выпала. Бля, на спаун приперся, сука. Ой, я крайне еще где-то так. А если я уебу, блядь, по этой хуйне? По какой? По пчел... по пчеле. По... Тебя разъебут, там много пчел вылетит, тебе балует. Ты пчела, я пчеловод, я ебал твой рот. Ой, как неожиданно и очень приятно. О, нормально такой чувачок. Много морковок. Я возле дома выпал. Вот что-то кушать хочется. Ну-да. Несу просто сверху много травы, блядь. Надеюсь, вы не будете потратиться на хуйню. Это, блядь, почему вы сундуки забираете дерьмом? Которое не для этого. Плюс факел, нормально.
призраки вылезли из могил. Ну беги, блядь, что это еще могу сказать? Беги, 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 беги. Нет, добрые призраки, пип спокойно. Я не знаю, как это. Прям посреди анимации постоянно, блядь, прерываю, не знаю почему, блядь. Толк хуярит мне еще. Опять на топ, что ли, пошел, блядь? Блядь, я потерял дом. Пиздец. Карту открой. Я не помню, куда идти все равно. А там показан. Показан хуй только. Там показан точка, то, что химические машины стоят. А, да, действительно. Сегодня туда смотрел. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ждем, ёпта, ночи, блядь. Будем хавать, готовить, блядь. Что ты доебался от меня, блядь? Стыдно всегда ёбывается, блядь, просто. Undead alert. Значит, зажгите костерчик. Так нормально. Умерчик, костерчик. Так, ну можно кукурузку приготовить. Попкорн, ебать. Нихуя не добавляет попкорн, ёбаный. Ну, куда ты, блядь, лезешь рукой своей вонючкой, блядь? Он опять это делает, блядь. Так, чё ещё похавать? Этого говнеца. Ягоды. А, блядь! Давайте все вместе говорить, нахуй, что вообще нихуя понятно не было, блядь. Кладёшь одну лягушачью ножку и три... Какие нахуй ножки, блядь? Я не убиваю лягушек, нахуй, они мне нужны, блядь. Так. Максим, можешь забрать все эти? Нифига не восстанавливается полностью. Ну они не полностью останутся много, там 75 человек. У меня было меньше половины, они не фу сделали. 75 вроде восстанавливает. Похлебка 150 восстанавливает, мясная. Блять, хочу выкупать могилу, блять, но у меня с башкой проблемы, нахуй. Поэтому не буду. Золотая ягода лучше. Максим, на. У тебя сколько срасут? У меня 86. На, неси. Всё, пиздец, потерялся, блядь, невозможно тебя найти теперь. Ой, блядь. Ебать, пауки! Да что? Да я не знаю, где это, блядь, я не нашел тебя. Опа. И паучья железа выпила, ебать. Вот помидор вырос. Кайф. Вот я здесь. А я это Артём. Я 4 хп. По кайфу. Я тебе дурак. Как это получается? У меня фул хп, у меня фул. Практически фул. Он на пауков напал просто. По одному, блядь, давай, выходи, нахуй, по одному, блядь.
PvP или зассал, блядь? А чё ты, блядь? Только в толпу можете, да, блядь? Ёбаный в рот, зря я это сделал. Это была ошибка, блядь. Что-то их дохуя вылезло, блядь, слишком. Еще и два желтых паука. Ну, кстати, если их будет два обычных я заебашу. А что есть-то? Не надо. Что есть? Бета или что? Так, все, через клаву только. А, жизнь. Все, сосать. А ты что Ах ты, мне сука. надо? Ах ты, сука, по голове получай своей ебаной, блядь, подлюка ебучая. Все, блядь, расхуярил, блядь, просто. Хуярил жестко без смс регистрации, блядь. Ух, рассудок поднимается. Хорошо, блядь. Так. Ай, блядь, ну давай, давай, блядь. Я убивать, нахуй. Все, блядь. Пацан вышел на охоту, блядь. Что у меня с серой потерей? Ай, бля. Непонятно. Ой, мандрагора, ебать. Ах ты, сука. Манда Получи желтая, желтый. блядь. Получай, нахуй, по голове, блядь. Пизда, мое ебало. Я надо тут хуярить или что, блядь? А ну сейчас, блядь. Сука. Метеориты падают. По кайфу. Ты, блядь, заебешь бегать, нахуй. Что с тобой делать-то, блядь? Блядь, у меня даже... Даже факел не сделаю, блядь, в итоге. Чё тебе надо, блядь, ты заебал? Чё ты прыгаешь, блядь? Тебе уебать, может быть, блядь? Что с этой ёбаной мандрагорой делать? Она просто бегает, блядь. Ты прикалываешься, нахуй, что ли? Или что, блядь? Сука. Блядь, кинь в нее нахуй, копьем, блядь, пожалуйста, сука. Сука, подлюка, Что ты меня выводишь, блядь? Хорошо, я бегу прямо за тобой, блядь. Давай, все, блядь. Похуй. В тупую. Он просто кругами меня водит, блядь. Уйди ты нахуй, короче, блядь. Все, блядь, я на тебя обиделся. Иди нахуй. Все, отъебись от меня. Отстань, блядь. Уйди, блядь. Пиздец. До меня доебался корень мандрагоры, блядь, теперь. Включи дропсы, и люди подтянутся. Блядь, какие дропсы? Он напишет, что вы не играете вообще на сервере. Блядь, ну в смысле? Ну, сейчас придется это выдумать. Я пригласил. Какие дропсы? Что это такое вообще? Ёбаный мандрагора, блядь, бегает за мной теперь, доёбывает меня. Я за ней бегал, бегал, теперь она за мной бегает, меня доёбывает. Так, а, у меня же есть тефтельки, можно въебать. Нормалдын. Бля, что-нибудь есть, что восстанавливает ХП? Лучше железянка есть. Да, Есть. восстанавливает. Но она восстанавливает голод, типа. И ХП тоже вообще. Ну, так, не особо. А синий гриб уже ХП Вот ты восстанавливает дурак теперь, блядь, больше. прыгает тут, заебал меня, нахуй. Что с ним делать, блядь? Ебанутый, Просто блядь. стоит через пару дней. Бешеный, блядь. Просто бешеный, блядь. Сейчас будем экспериментировать. О, Я вот удочку. сейчас буду. Так, чё по хавке, блядь, такого? Корень томата, блядь. Бля, может просто мясо? Короче, мне похуй. Может, это грибы какая-то грузится, блядь. Не, наверное, мясо не стоит так готовить. Блядь, я сожрал сырое мясо, сука.
как ты заебал прыгать, сука. О, автоматик нормально подхаутс дал. Слушай, просто иду, готовь ее, а. Кто? Она намного больше тогда восстанавливает. Ты кому говоришь? Тебе. Так я ее готовлю, блядь. Я просто случайно сырой. Ты заебешь прыгать нахуй. Блядь. Ну реально, ну сколько можно, блядь. Артём, что у тебя с кукушкой, блядь? Все нормально? Мне шляпа пропала. Все? Ну, кажется, он сдох, блядь. А чё он дает, Мандрагора? Кука, блядь. Ты дурак. Блядь, волки ёбаные! Пизда. Ёбаный в рот. Тут волки, блядь, а я один, сука. Блядь. Мне пишут, что ты не играешь ни в какой сервер, блядь. Блядь. Я ничего не могу сейчас. Так, здесь. К нему присоединяется, причем нормально. Вот к нему присоединяется тогда. Пиздец, какой-то красный пес, блядь. Короче, знаете, в чем проблема? То, что вышло обновление, а вы не обновились. Перезайти надо в игру. Да. Максим, перезайди. А-а-а! Все, я был на грани смерти, блядь, просто я сделал вот. Там 4 волка прибежали. Пиздец вообще, блядь. Они Артём съели, блядь, я убежал. Вы еще играть будете? Ты не хочешь? Я спать пойду, мне прям жестко. Да, действительно, обнову вышло. Макс будет. Я завтра еще буду. Конечно, утром. Надо что-то это, блядь. Что-то другое надо. А ты, Макс. Чё? Вот это пойдем или вот тут останемся? Хуй его знает. Хуй его знает. Я, блядь, не знаю, но типа надо, блядь, все равно втроем хотя бы, мне кажется, типа в Don't Starve. Телефон выключи, нахуй. Ну, я и говорю, пошли до охоты поиграть. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, в доту, блядь, что ж такое, блядь? В доту, блядь, еще и вдвоем, нахуй, это супер унылое говно, блядь. Можно и ТикТок, блядь. Ну, нахуй, это ловушка. Ловушка ТикТока, блядь, просто ёбаная. Ну, возможно, сегодня раньше будет. Блять, подожди, Twitch Drop сразу, типа, доступно, блядь, изначально. Я думал, он только партнерам доступно, это хуй-то. Ебать, прикол. Я не знал. Я просто не знал этого. Блять. Надо с Uplay'ем коннектиться еще. Короче, ладно. Потом, блять, наверное, с этим... Разберусь, блядь, обязательно. Так, я сейчас, блядь, разберусь. Все, короче, блядь, спускается BlueStacks и TikTok, нахуй. Кста, блядь, я проебал NoFap Challenge, блядь. Я проебал. Ёбаный ТикТок, блядь, просто, сука. Я проснулся с утра, блядь, и ничего не мог поделать, просто... И все сломалось, нахуй, пиздец. Я реально, блядь, все испортилось, блядь. Пиздец, ебучий ТикТок, блядь. Блядь, какой пароль? Пароль надо вспомнить от Uplay. У них же один пароль с аккаунтом Uplay, правильно? Ubisoft, ну да. Ой, бля. Ты что, дурак, блядь? Зачем ты опять, блядь, ты спрашиваешь меня? Приколись, нахуй.
Ох, сейчас будет, блядь, мясо, нахуй, настоящее, блядь, просто. Настоящее мясо, блядь, будет. Так. Soft on Twitch and Forward Games on social media для арта, но не нужно промоушен один ворнт. Ученые подтвердили, что наличие старшего брата увеличивает пенис. Че увеличивает? Блять, ты попадаешь. Вот он, сука, уёбок, блять. Вот он, блять, появился, сука. Уёбок, ТикТок, блять. Уёбок, ТикТок, блять. Вонючка, блять, ёбаная. Кажется, жестко, блять. Жестко лагает, блять, у тебя. Так, сейчас, блять. Ау. Блять, эта хуйня распердится еще. Я нихуя не понял, блять. Что там, если у тебя брат есть, то у тебя увеличится пенис, блять. Что такое? Чё? Встретиться с геем? Стать геем? Родиться, родиться, да. Так. Стать, родиться, 38%. Хуен. Прикольно, наверное. Э, тихо, 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 тихо. Куда, блядь, полетели нахуй? Без меня, блядь. Охуенно увеличил, блядь. Увеличил вебку, блядь. Прикол. Так. Да ёбаный, блядь. Мышь дерьма, блядь, ёбаного. Вот. Похуй. Нормально, блядь. Нет, я не могу, нет, нельзя, краю нельзя. Всё. Ой, так, сейчас надо ещё, блядь, настроить эту хуйню, блядь, здесь. Блять, а я не могу здесь эту хуйню, что ли, запустить? Ты-ты-ты-ты. Блять, а, во, все, я нашел, блять, я нашел, блять, я это сделал. Я это сделал. Все. Прямой эфир запущен, блять, в Дрискорде, блять. Все, блядь, пошла жара, нахуй. Просто пошла жара, блядь, ёбаная. Че понять, как вот этот залуп работает, блядь, и все будет охуенно. Блядь, надо на второй экран вывести, блядь. О, и смотреть. Все, поехали, нахуй. Ты готов, блядь? Федя. Сейчас, сейчас. Блять, это нахуй, смотри, блять. Так. Ля, там, я навожу, там какая картинка интересная. Угу. Уйдите, я использую вашу учетную... Категория, кстати, не изменилась. Да, кстати, это правда. Это true. Так, ну я залетел. Все, блядь, ты подрубил, да, блядь, в Дискорде эту хуйню? Все тогда. Ауф, выкатываемся дворов. Когда поправилось на 100 грамм? Хуета какая-то, просто хуета. Опять бабы, опять ебаные бабы, блядь. А все, у меня NoFap месяц проебался, блядь. Мне уже похуй.
Мне уже похуй, блядь. Мне похуй уже все. Нихуя она разговаривает, интересно, блядь. Чё, блядь? Ты нихуя не слышишь? Ты, блядь, только супер громко слышишь, ты нихуя не слышишь, что ты говоришь, блядь. Не знаю, это у тебя там что-то. Ты, блядь, не... Новый канал, вот у тебя накручено. Друзья, я скачала приложение GetContact. Ну-ка, и чё? Ну, давай, 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 как ее записали, как тебя записали? Очень интересно. Незабываемая? Нет, мне интересно, иди нахуй. В конце узнайте прикол. А там... Опа. И что? $12,000. Снял деньги. Так. Он проебал этот телефон и этот пароль его, короче, типа, это его телефон, блядь. Ты что, долбоёб? Ты долбоёб, блядь? Ты долбоёб? Нажимаем в конце на GIF. И смотрим на фото. Нет, я не буду этого делать. Да, это первый кста совместный, который попался. Блять, надо свет включить, вообще нихуя не видно, блять. Мне все лагает, вебка, блять, дерьмо. Че, блядь? Я не понял, блять, что он там. Блять, за рулем ездить нельзя, блять. Сейчас я, короче, свет включу. Это было, блядь. Это было, нахуй, вчера, блядь. Да, блядь, пиздец. Я вот не спал, блядь. Вообще, я не спал ночью, нахуй. Это, блядь, получается уже второй раз я смотрю ТикТок, блядь. За день, нахуй. Ну, за день, блядь. И все? Со смыслом какой-то ТикТок. Слифы влевые. Блять, я боюсь за себя за бан, поэтому не стоит, я думаю. Ля какая! Ауф! Армения, Москва, хочу в рек. Хочу? Хочу чебурек скорее, блять. Мне кажется, реально, хочу чебурек более актуально в данной ситуации. А сколько у меня? 13 лайков, 0 комментов. Чё-то не очень как-то известно, да? 11 класс. Пиздец. Я это... Прикольно, песня, кстати, у меня тоже есть супер кринжовая история со шнурками, блядь. В школе, короче, в первом классе, блядь. Короче, у нас было... Я жил же, типа, вот в Калининграде, когда жил, блядь. У нас, короче, получается... было, блядь, короче, как сказать, это ну, вот садовое общество, короче, вот мы жили там. И у нас, получается, такая хуйня была круглая, блядь. Типа, я жил слева, с левой стороны крыла, грубо говоря, короче. И моя одноклассница, короче, она жила посередине, короче, там, в самом конце, блядь. Вот. Короче, и, кстати, я у нее первый раз попробовал вареную сгущенку. Первый раз в жизни попробовал у нее дома вареную сгущенку, блядь. Это пиздец. Я думал, ебать... Ебать, это было охуенно, блядь. Просто я такой думаю, почему, блядь, никто никогда, блядь, мне не покупал вареную сгущенку? Это же так охуенно, блядь. В смысле, я постоянно уже. Ну, блядь, до этого мне никто не покупал вареную сгущенку, только обычную я пробовал, типа. Так вот, короче, прикол не в этом, короче. В школу, когда я ходил, блядь, в первом классе, блядь, я не умел завязывать шнурки, нихуя, блядь. И это, блядь, супер кринжово, ну, короче, именно эта одноклассница мне шнурки завязывала, блядь, тогда. Пиздец. Такая кринжовая хуйня, блядь. Потом я научился кое-как завязывать. И все знаешь, как завязывать, типа... Сейчас. Вот видишь, как она завязывает? Не видно, да, как она завязывает? Вот.
Она завязывает через одну хуйню, а я до сих пор не умею завязывать так. Типа, я завязываю двумя пальцами, беру, короче, делаю, блядь, петли, блядь, и через... Да, через... Ну, короче, через... Через две петли, потому что я до сих пор, блядь, не умею завязывать так шнурки, блядь, через одну хуйню, блядь, это полный пиздец. Я, блядь, у меня, я говорю, у меня какие-то проблемы, блядь, с этими, блядь, с этими, блядь, веревками, нитками, нахуй, чтобы что-то связать, это пиздец, это, блядь, для меня большая проблема, блядь. У меня у бабушки, короче, калитка, блядь, тоже привязана, блядь, веревкой была. А там такая конструкция была, что, оказывается, нужно было просто потянуть, типа, с одной стороны, и все открывается, типа. А я, блядь, ебался с другой. Короче, блядь, в пизду. Нахуй, короче, блядь, нитки ебаны. Умею хотя бы так, блядь, завязывать, и все, блядь. А сейчас я сейчас вообще все равно не завязываю, нихуя, блядь. Шнурки запихнул, блядь, в ногу, блядь, и нормально. Заебись, блядь. Такая хуйня. Менеджер паролей. Ооо, ну все, минус деньги. Пароль спален. Стоматолог воспользуется тем, что под... Сразу на лайф, кстати. Ну и похуй, короче. О, набираем 100 лайков, чтобы дед жил, блядь, до 100 лет. Наберем 100 тысяч лайков, а? По какому времени ты скучаешь? Продолжение минуты, братва, поддержит. Так, теперь надо все поднимать. Бля, ебать, ровный дед, блядь, еще нахуй. Какую? Что? А там доска, блядь, я спалил, изи, там было все понятно. Хуета. А как, типа, жми на гиф, это что значит, типа? Они имеют в виду, что вот это, типа, видосы это гиф, типа. Но нужно же затаймить, блядь. А я в рот ебал тайминги такие ловить, блядь. Это полный пиздец. Еще на Ютубе, блядь, особенно видос с Лидона, когда смотришь, блядь. Этот уебок, блядь, какой-нибудь текст напишет, блядь. Ты пытаешься его, сука, прочесть, блядь, не успеваешь, нахуй. А чтобы отмотать, ты нажимаешь на 5 секунд назад, блядь. И потом это все опять смотришь, блядь. А потом нажимаешь, опять не попадаешь. И такой, блядь, заебало. Блядь, это заебало уже, хуйня, блядь. Вы че, блядь? Они... 25-й кадр в каждом ТикТоке, блядь. В каждом ёбаном ТикТоке, блядь, 25-й кадр. Заебало. В бан, нахуй. Что, блядь, они внушают нашим русским людям, блядь? Хе-хе-хе. Пенис, блядь, посмеялся еще, блядь. Текст, конечно, со смыслом. Опять, это вы чё рофлите, блядь? Вы чё рофлите, блядь? Пиздец, заебало. Реально заебало. Охуенно рифма, кстати. Никому не верь, никому не верь, никому не верь. Чё, блядь, происходит? Вот что произошло на этом ТикТоке, блядь? Этому не верь, этому не верь, этому не верь, типа. Она просто получила, блядь, конфеты, цветы и ушла, типа, и всё. Не должно быть такого. Тебя сейчас проверю, блядь. Кстати, да, что-то... Странно, блядь. Манекен, блядь. Взяла на слабо. О, блядь. О, это я, кстати. Только я такую музыку не слушаю, блядь. Давай 500 тысяч лайков ты не выпускаешь. Ничего в своей жизни. 500 тысяч лайков, и я начинаю петь рэп на стрим, блядь. Кап. Следи за движением транспорт. Блядь, я это... Слежу. Бля, выглядит прикольно, кстати. Интересно, интересно выглядит. Интересно следить за движением. Прикольно. Туги скачаю, тебе тоже сам будет. Блядь, это что это? Дубльгиз, да, я знаю, ну там хуй знает, нихуя в работу. Только бус вообще-то нормально. На. Да сейчас езжу без обожания. Бля, это такой старый видос. Давай езжай, бегу. Всю, епт.
Блять. Это реально Егор Крид. Я, блядь, надеялся, что это прикол. Боже мой, какой... Фу, блядь. Это как, знаешь, типа, что-то сладкого съел такого, супер сладкого, блядь, и плохо стал. И вот прям реально это вот ощущение у меня возникло, блядь, на языке, нахуй, что супер сладко стал. Фу, блядь, просто. Супер сладко, блядь. Фу, блядь. Что ж противно. Вот, я не знаю, это прикол какой-то, типа, в ТикТоке, блядь, все. Что значит зацепил? Вот, я не понимаю... Блять, вот я хотел сказать, блядь, по поводу грамматических ошибок, блядь. Они всегда пишут, блядь, на бегу нахуй пишут текст, блядь. Потому что в каждом ёбаном ТикТоке практически, блядь, у них все время неправильно написано слово, блядь. Одно слово всегда, сука, неправильно. Зато хэштеги правильно пишут. Пиздец. Ну, над хэштегами задумываются, видимо. Зацепил это, типа зацепил, это зацепил? Им вообще похуй, блядь. Им вообще похуй, блядь. Я вообще нихуя не понял, блядь. Полная залупа. Все, это конец, блядь. Зацепил судью, блядь. Блядь. Вот это пранк. Вот это... Опять пранк над пранкером, блядь. Пранк над пранкером просто. Телефон выключи нахуй свой, блядь. Телефон выкини нахуй свой, блядь. Он шипит, блядь. Пиздец. Но он мог бы просто лицо подставить свое, блядь, все. Ну, примерно то же самое произошло. Блять, вот камера, вот как будто вот этот телефон снимает, вот такой же, блять. Так вот только на нем вряд ли, блять, будет работать ТикТок, блять. Хотя, кстати, надо попробовать, на нем будет вообще ТикТок работать или нет. Хотя тут надо интернет включать, пизду, блять, это невозможно, блять. Опять это хуй-то. Хуй на видос, блять. Хуй на звуко. Это все? Если ты едешь со стрёмным таксистом, или он свернул не туда, включай на громкую это видео, а потом, если что, тоже записывать голосовое сообщение. А мне тоже это включать? Да подожди, блядь, я не слышу, нахуй, что он говорит, блядь. Не, надо говорить, ща травма, да, страна, кошмаром, сплачиваем. Пиздец, хуйня какая-то. А, это, блядь, реклама. Это реклама, кажется. С деревни, фу. Фу, блядь, деревенский, нахуй. Фу, блядь, деревня ебаная, блядь. Фу, никогда не стал бы встречаться с деревенской ни за что в жизни, нахуй, блядь. Я бы не стал встречаться с брюнетками, блядь. С деревенскими, блядь. А еще знаете, кто стрёмный? Украинки, блядь. Пиздец, все нахуй, блядь. Всех. Хейт, блядь, контент. Да пиздец, заебал этот ебаный ТикТок тупой, блядь. Нахуй они бред пишут, блядь, вообще какой-то, тип. Девушка из деревни, фу. Ну, блядь, что, блядь, тип. Ку-ку, блядь, совсем нахуй. Украина, Украина. Пиздец, ты заебал, ну, блядь, ну, блядь. О, биг-биг-битейп, нахуй. О, да. Чё там было написано? Заебало, я даже ловить не буду, меня заебало. Там чё-то про жопу было написано, единственное, что успел увидеть, всё. Потом была жесткая драка. Ля какая. Не все? Не все, блядь? Потом была жесткая драка с кем-нибудь. Я не знаю, блядь, наверное... Блядь, не знаю, блядь. И хуёв с ее губами, блядь, наверное. Хуй его знает, блядь. Как вам пара? Вы кто? Вот это кто, я не знаю, кстати. Это без понятия. Да.
Фу, блядь, какая уже ужасная музыка, блядь. Какая... Эта музыка играет в аду, блядь. Эта музыка, блядь. Пиздец, блядь. Кто это, блядь, вообще, нахуй? Вот контраст какой, блядь. Вот этот, вот, блядь, уже лучше, блядь. Сыну себя. Блять, молодой. Молодой, найдешь другую, постоянно говорят. Если честно, переключаюсь, все не надо, ауф. Только без обиды. Тут поэт, блять, он раскрывает свою душу, блять. Да пошел ты нахуй, блять. Как говорится, обидеть поэта очень просто, да, очень просто. Ну, и все, блять. А что ты делаешь в 4:30 утра? Тикток смотрю. Да, вчера мы смотрели тикток в это время. Сегодня. Сегодня, да. Да, блядь, деньги все в доллар переводите, блядь, и все, заебись, блядь. Заебись, блядь, все будет заебись, если перевести свои деньги, блядь, в долларсы, блядь. Все будет охуенно. Я именно так сделал, блядь. Это реклама. Охуенная игра, пиздец. Вот это, блядь, охуительно просто. Вот это магия, блядь. Пиздец, вы видели, насколько продумано это дерьмо, блядь? Он, блядь, стамеской, нахуй, выскребает, блядь, дерево, нахуй, и ёбаной стружкой ломает эти, блядь, кирпичные стены, блядь. Кирпичные стены, блядь. Пиздец. Самое главное, башкой крутить почаще, типа. Я вот, я, кстати, так и не понял, в чем прикол это, вот этого, типа. Нахуй это делать, типа? Почему под эту музыку они делают вот это вот, блядь? Вот это вот, блядь, нахуя? А она не почувствует... Она не чувствует, что пакет пустой, блядь. Ну да, это так, типа. Приколы над физикой. Нормально, блядь, такой. Ой, блядь. Ой, блядь. Благодарю. Минус кто-то, блядь. В голову попадет, блядь, тебе смерть сейчас. Не знаю, просто принеси пиво, блядь, и все. Папа готов? Папа, только не убей, блядь. Папа, не убей сына. Не убей, пожалуйста, только. Че ты голову открываешь? Он что, видит? Что он там показывает, блядь? Че, целишься, блядь, еще что ли? Ты тупой, блядь, кинь уже самолетик сейчас. Реально, блядь. Блять, продолжение, смотрите в источнике, блять. Ну реально, заебало уже. Уже всех заебало, блять. Меня заебало, ее заебало, блять. Пацан сидит, стоит внизу, ждет, пока он, блять, замахнется, блять, своим рукой, блять, ебаный. Он сейчас подлетит 2 секунды, нахуй, все. На этом тихо. Охуенно, блять. Все, блять. Операторская работа, блять. Сценарий просто превосходный, блять, все. Название профиля было Оскар. Он пытается нос собаки убрать. Блять, я просто не хочу. Я просто хочу, чтобы это было, вот чтобы она играла на фоне, блять, и я ни слова не говорил, блять. Просто вот настолько, блять, это сратая хуйня какая-то. Братка, а чё нас не убирают, принцесса? Старт. Да сложно ответить, брат. Быть может, мы старомоды для них. Ведь все наше детство, наше дворовое воспитание навсегда останется у нас в крови. Все эти подъезды, драки, синяки по телу. Мы так живем. Мы не ездим. Чё, в чем прикол? Не покупаем одежду в сумме. Мы простые пацаны. Прикол, нахуй. Тебе вот лишь бы приколы ловить. А тут, понимаешь, тут жизненные, блядь, мысли, нахуй. Он просто, блядь, понимаешь, более старшего товарища спрашивает. А чё не принцесса, ёпта?
И он ему разлагает, как говорится, по полочкам, ёпта. А так, конечно, это просто малолетние дебилы. Так. Вообще это немного странно, типа, она берет антисептиком, хуярит руки, а потом грязную ручку берет, типа. А, типа, после каждой ручки, типа, пиздец. Ну, да. Это... Ой, блин. Кто быстрее, камень или человек, блядь? По идее, камень. Пиздец. Но я вообще так-то человек должен быть. Ну, смотря как бру, вообще как упасть. Но человек тяжелее, он... По площади? Нет. А, ну так, да. Скорость это... падения же одна. Ну, скорость падения одна, да, но он уже быстрее наберется. А скорость сопротивления, увеличена скорость сопротивления. Да, но, блядь, типа, он быстрее наберет скорость, типа, такую, я имею в виду, потому что так, он хуй, больше весит. Если ты прыгнешь, оттолкнешься вниз именно, так ты не наберешь скорость. Одинаковая скорость падения. Я понимаю. Но она же все равно увеличивается, это максимально, короче, пиздец. Да не увеличивается она. Ты начинаешь падать и... Да, да хуй иди, все, блядь, ебал я в рот, блядь. Не хочу объяснять ничего, блядь, мне... Я не спал сутки, блядь. Я не спал сутки, я не могу объяснять, блядь, вещи просто. Вот именно. Вот, видишь, вот человек. Вот, блядь, вот. Впитывай, блядь, умные слова. Вот, рыбь. Вот. Блять, скинь мне этот ТикТок. Сука. Каждое утро, блять, просто включать, блять, как напоминание. Бля, Руби, скинь мне. Скопируй. Вон нам поделиться можно, поделиться. Нужно зарегистрироваться в ТикТоке для этого. Регайся для этого, видишь. Вот так вот, блять. Вот так вот, блять. Вот вы, блять, вот и думаете, как бы. Это следующий президент России, кста. Я надеюсь. Хуй тебе в рот. Ну жесткий парень, жесткий, конечно. Получай воздух ебаный, как говорится. Ну он так сломает дерево, нахуй, конечно, если будет так делать. Это татарка, чешу? Вообще не ебу, блять. Блять, ну заебали, ну не надо, блять, это там 25-я камера, блять, ну нахуй это делать, блять. Я не видел ничего. Там, там код какой-то был, блять, в этом сомбреро, блять. Я мангнул. Вот сейчас он должен был палец в жопу засунуть, вот тогда было бы смешно. Ну все, неинтересно, типа. Не, ну если он его не упустит, то это вообще интересно. Пиздец, просто в игноре, нахуй. Ля какой. Ля какой красавчик. Блять, я хочу так же сделать, блять. Просто, типа, вот такую музыку, блять. Обычный вечер, ничто не вечное. Ту-ту-ру-ту-ту. Самое главное, блядь, вот посерьезнее ебальник такой сделать, типа, блядь, все, блядь, покрутить ебло. Блядь, все равно, это для, по-моему, это выглядит смешно, блядь, когда я на себя смотрю, блядь. Пиздец. А у них не смешно почему-то это выглядит, блядь. Ой, фу, блядь, фу, целуются, блядь, централы. Блять, музыка охуен. Такое ощущение, что это было из стального алхимика. Мы с Нинкой ходили гадать. Что вы делали? Антон, я ходила гадать. Я гадала на суженого. Бля, я вспомнил мега рофл, короче, блять, про гадание. Короче, у нас, когда был, ну, в январе, короче, этот, блять, какой-то там 6, ну, короче, когда мы выходили, там, 9 числа, и там, короче, 13 числа, короче, у нас был пост, типа, от какой-то, типа, прогадания, блядь,
про гадания, нахуй. И там спрашивали, типа, какие у вас гадания, типа. И вот, ну, типа, какие кто гадания знает, типа, и так далее, блядь. Я так читаю, думаю, ёбаный в рот, куда я попал, нахуй. И вот где-то 4 комментария были, скажем так, адекватными, типа, они отвечали на вопрос, собственно, они говорили про гадания. А дальше начался лютый пиздец, блядь. Кто-то кого-то там начал рассказывать, как кого-то воскрешал, блядь. Один чел рассказывал про просто пасту, блядь. Он просто скинул пасту про то, как он срет, но вместо того, вместо слова срет он ставил слово гадать, блядь. И это просто супер смешно было, короче, типа. Он говорит, я хожу гадать, типа, каждый день, блядь, в толчок. Ну, типа, хожу в толчок, а батя меня заебывает, типа, стучит в дверь и говорит, что ты там делаешь, говорит. Я, говорит, гадаю, типа, или что-то такое, пиздец вообще, думаю, блядь. Вот это, я думал, я уже думал, все потеряно, блядь, думал, все, нахуй, хуёво, блядь. Думал, блядь, совсем, блядь, без прикола, нахуй, останусь, блядь. Ну, порофлили, нормально, я порофлил. Порофлил сильно, крепко, заебать. Нахуй трубы идут, блядь. Вот сейчас что-то со смыслом будет пиздец, я чувствую прям это. Вот реально молодежь, ебать. Ой, не так она воспитала. Она вообще не так воспитала, блядь, реально. Блядь. Будет, короче, нет, панчлайн будет круче, нахуй. Я не так воспитала, такая, типа, и заходит бабка, короче, через передний вход, типа, такая, говорит. А он такой смотрит, ну, типа, в зеркало смотрит, а мест нет такой, он говорит, садитесь на мое место, типа, и все. И потом, валим, валим, валим на гелике. Вот молодежь, ебан. А он слушает ему там нормально, блядь, он тупо, Биг Бэби Тейпа. Give me the loop, give me the loop. И нормально. Бля, вот, типа, в такой ситуации обычно... Да. Да. Бля, ну, я, кстати, такого не встречал, но самое смешное здесь в том, что... Самое смешное здесь в том, что, типа, весь автобус, блядь, состоит из женщин, нахуй. В автобусе два мужика, блядь. Я не знаю, кто водитель, блядь, но два мужика в автобусе. Чел, который стоит и который сидит, блядь. Все нахуй. Остальные женщины, блядь. Это чё за прикол, нахуй? Куда они все собрались? Почему везде сидят молодые тёлки, блядь, какие-то? Все молодые тёлки и две бабки, блядь. Ты чё, да, слышишь? Он у тебя в наушниках сидит, музыку слышит, она такая тихо подходит, и молодой человек. Говорит, не слышит, всё прикидывается. Пиздец, да реально, блядь, он нихуя не понимает, блядь, просто. Реально, одни бабы едут в автобусе, блядь. Мужики не ездят на автобусах, блядь, просто. Просто заебало, то что... А, нормально. Чё, Моросиева, да? Пиздец, это просто, блядь, я сейчас заплачу, нахуй. Как же... И такие попустились сразу, такие попустились, блядь, тупо. Пиздец, блядь, я сейчас плачу, нахуй, блядь, я сейчас плачу, нахуй. Ай, блядь. Вот, дед. На флексе сразу видно, нахуй. Он развалит дерево, надеюсь. Он кулаками, блядь, как в Майнкрафте, нахуй, разхуерит его. А прикол сейчас да будет, реально. Блядь, он... Бля, смотри, добывай. Стив из Майнкрафта в реальности, блядь. Бля, охуенный чел, блядь, просто лукс, блядь. Опять Ронда Роуси, блядь, заебала она уже. Не, говорит, я не пойду. Бля, я посмотрю, как она выглядела в образе Sony Blade. Она выступала в образе Sony, блядь. Просто ради интереса хотя бы. Тут временами. Давай, 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 давай. Сразу, блядь, давай, давай. Уже скучно, блядь. Базару нет, блядь. Базару нет, блядь. Привет, ебать. Привет, крыс. Это я, да, кстати. Говорит, блядь, давай мы тебя съедим, ты травоядная. Типа.
А ничего, что он травоядное, типа, ему проще будет напитаться, типа, чем, блядь, этим мясоедом ёбаным, блядь. Пиздец. I have no account. Завяжи лямку. Лямку завяжи, блядь. А чё, в чём прикол был? Я всё проебал, блядь, я чё-то читал, блядь. Понюхайте мою жопу, да, типа? Да, копыта мне въебал. Пиздец, ну и бред, блядь, хуйня, блядь. Никакой подписки, блядь. А я хотел уже сделать аккаунт, блядь. Суши, суши, что это такое? Ёбаный рот, блядь. У тебя тоже по ушам бьёт? Нет, всё нормально. У меня просто выстрел какие-то хорошо. Че с деньгами? С какими деньгами, блядь? Да иди нахуй, блядь, мармойка, блядь. Кто угадает, что у меня изменилось, тому подарок. Перезапусти эту трансляцию. Сейчас. По ушам бьет. Моя девушка так-то. Сори, сори. А кто, какая именно? Вот эта, которая? Или предыдущая вот эта, которая была? Обе. Ну давай, расскажи мне, как это. Блять. Почему это страшно выглядит так? Он так смотрит, типа. Блять, мне. Блять, мне как-то не по себе реально. Блять. Что с деньгами-то? Да с какими деньгами-то? А, прикол в том, что типа любовь, типа, и как бы про нее песни, типа, понимаете, блять, вот она, вот эта вот жизнь, жизненно, блять, вот это вот. Да иди нахуй, блять, не скроллится, пиздец. Вот. И нажать в конце на прочее, то ничего не произойдет. Бля, это я видел, это хуйня полная, блядь. Блядь. Блядь, это супер тупо, блядь, но смешно, ладно. Ладно, похуй, это прикол, блядь. Типа, все, блядь, охуеют просто. Ебать мипа. Показать свою девушку, а там второй такой же, типа, как он, блядь, будет. Потому что это мипа, блядь, ёпт. Но я, типа, угадал. Но там, по-моему, 25-й кадр был опять ёбаный. Но я не буду искать, пошёл нахуй. Никаких 25-х кадров, блядь. Хуйня, музыка пиздец, конечно. О, блядь, Моргенштерн, блядь. А что произошло, блядь? А почему-то татуировка пропали у неё. Нихуя, блядь. У неё, блядь, какаха какая-то, блядь, вон... Кто-то посрал, блядь, ей. Красотка Гомель. Расколбас. Ебать. Ебать, эти эмоции, блядь, непередаваемые просто. Ебать, нахуй, блядь. Просто... Блядь. Короче. Короче, пацаны, блядь. И чё? И минус деньги, блядь, у тебя с карты, нахуй. Эти, блядь, как шкала гайды, блядь. Ты смотришь, типа, как там, типа, блядь, отключить, блядь, брендмауэр, нахуй, в винде, блядь. Ты вводишь, нахуй, в интернете, блядь. И вот начинает вот, это, вот таким голосом тебе рассказывать, блядь, как отключить, нахуй. Да. Охуеть. Вот этот кайф. Чисто первородный кайф просто. Блядь, это вообще слышно, блядь, на... Блядь, я сейчас проверю на трансляцию, блядь. Так, сейчас. Ты, блин,
Ну иди нахуй туда. Блять. Нормально. Придется смотреть на нее, блять. Невозможно пропустить такое. Это будет преступлением. Отверг будет. А? Отверг будет. Че? Тяк. Ладно, это можешь смотреть сам, короче, сейчас. Я нихуя не вижу, спасибо, блядь. В смысле? У меня темный экран стал. Блять, как это может быть? Не может быть такого. Блять, странно. Ладно. Да идите нахуй опять с хуйней, блядь, придумывают какой-то бред ебаный. Блять, я забыл, что хотел сделать, блять. Я что-то хотел сделать, блять, забыл, нахуй. Чтоб я что-то видел, ты не видел. Нет, что-то не то, блять. Просто что-то то ли включить хотел, то ли еще что-то. Похуй. Что это, блядь? Пизду, блядь, хуйня какая-то. Опять хуйня, блядь, со слив... Эта хуйня, блядь, уже сколько раз падает, блядь, уже заебало, одно и то же. Как выглядит очень большим. Так. Гайд. Давай, блядь, вот так, нахуй. У, блядь, у, сука, всё? Голову назад и вперед. А как можно назад и вперед, блядь? Как можно голову назад и вперед сделать? Че за прикол, блядь? Хуйня какая-то. Соглы. Это ты была уже, отстань. Одни и те же, блядь, какие-то видосы, блядь. А что, блядь? Что у нее с глазами, блядь? Она колется, блядь, по вене или что, блядь? Что с ней? Все, иди нахуй, блядь. Хуйня какая-то. Потому что русские не сдаются. Мой русский с нами бог, блядь. Здесь собака его затушит. Понятно, блядь. Я не видел колонны. Там же ёбаный корень, блядь. Что это за хуйня, блядь? Блядь, какая какая попло. Да, нужно было. Как Геннадий Горин, блядь, просто нахуярить, блядь, вот так вот. Это я, Геннадий Горин. Это мой брат Гешка, блядь. И знаете что? Мы встретили еще одного брата. Геника, блядь. Да, да, блядь. Я брат Геник, блядь. Ой, сука. Пиздец. Ёб твою мать. Только в карантин ты начинаешь слушать все подряд. Нет, такое я не собираюсь слушать вообще, блядь, ни в коем случае. Вообще не ебу. Кто-то из American Girl. Чё происходит на экране, блядь? Танцы какие-то. Кто-то из American Girl. Пиздец, что-то какие-то, блядь. Сложная какая-то хуйня, блядь. Охуенно, блядь. Просто все нормальные люди, блядь, слушают эту, блядь, хуйню с ТикТока, блядь. Во, вот это нормальная тема, блядь, вот это нормальная тема, соглы, блядь. О, блядь. Здорово, блядь. Чувство убит называется, сейчас что-то будет разъеб, нахуй. Все, нахуй, звук пропал, блядь. О, пошла, блядь, разнос, нахуй. Ебать. Как же это, ебаша, да? Пиздец, ебать, вот это разъеб, нахуй. Нормально, ебать. У нас, кстати, самое смешное, что у нас на работе, блядь, тоже, блядь, типа, ну, не такие огромные, типа, хуйни, но, типа, у нас бумага, короче, стала, ну, раньше было по одному, типа, рулону, блядь, и теперь в каждой кабинке по штуке 4 лежит, нахуй, я не понял, нахуя? Типа, может быть, на всякий случай, типа, на потом? Ну, блядь, оно такое есть, блядь. О, опять индусы клёвые, блядь. Пиздец, ебать, вот этот прикол, нахуй.
Блять, вот там люди как бы выходят, типа, и ничего, блять. Нормально все, блять. Давай. Давай, блять. Давай, блять. Давай, нахуй. Библия. Давай, Федь, блять, это тебе надо будет, блять. Я тебя специально оставляю. Давай дальше, вторую книгу. Похуй, ясно, блядь, не сдашь, не сдашь, нахуй. Я вторую книгу хотел узнать, блядь. А, ну все, блядь, все, теперь не получится. Ты вот это зачем вот этот эффект нужен был? Сраты. Ебать, ебать. Ебать, реально соски, блядь, просто, блядь, отвисают тупо на хате чилово, блядь. Под кумира молодежи, так сказать, Моргенштерна. Ну, левая стала выглядеть лучше, но ей все еще 15 лет, блять. Поэтому нихуя не поменялось. Калининград, хэштег 100. О. Мы такое одобряем. Он говорит, вы врете своим половинкам. Значит, она пиздит, блять. Напиздела, блять, своему парню, блять. Теперь вот, типа... Нахуй иди, блять. Уже своих лучших подружек. Лучших, может? Лизочка. Лизок. Лизунья. То есть она... Лизунька. Пиздец. Сама себя показывает, не надо. Блять. Пиздец. Чё ещё сказать? Ебать, Казантип, нахуй! Блять. Я уже, блядь, собрался флексить жестко, блядь, нереально, блядь. Она просто села на шкаф, блядь. Ну чё, опять 25 кадр был? Че, тебе есть что сказать, блядь? Я ничего не увидел, я читал просто снизу вот это дерьмо и ничего не понял. Ты, блядь, вот этот ТикТок сам видишь, блядь, вообще, что происходит на нём, блядь? Херня происходит. Это, типа, он так лицо свое слил? Это типа он фурьёб ёбаный, блять. Вот что это такое, пиздец, фу, блять. Нет, хотя, блять, ноу токсик, на самом деле, я не осуждаю, блять, но это полный пиздец, блять, типа, все равно, блять, типа. Пиздец. О. Паутиной нахуярили просто ему на голову, блять. Ой, на мазоны. Всё. И теперь у него, блядь, как это, блядь, как чешуя, блядь, на голове, блядь, ёбаная. Чешуя Сларка. Так. Охуенно. Ага. Ага. Охуенно. Угу. Короче, блядь, если будете подкатывать, как бы, если будете подкатывать, блядь, глухонемой, как бы, знаете, блядь, все, ТикТок, подписываемся, Вадя, блядь, все, он все расскажет, как надо, блядь, там, все, блядь, чики-пики, нахуй, блядь, и будет вот так вот, нахуй, блядь, и все, блядь, уебаться, как говорится, и все, блядь. Пиздец, Федя забарковал, блядь. Блядь, ну а кто же еще, блядь, поставит такую музыку для тебе, для ТикТока, если не вот ты? Вот это я понимаю, да, женщина какая. Че происходит, блядь, хуйня какая-то, блядь. Опять, может, ебаная хуйня. О, это я. Бля, после этого, типа, мне кажется, он должен быть, блядь, в следующем кадре, нахуй, блядь, где-то под героином, блядь, просто находиться в комнате, блядь, типа... Мне кажется, должно дойти до могилы. Блядь, нет, все так... И все зациклилось, он стал отцом самого себя, посмотри, блядь, у него ребенок, блядь, это он же, блядь. Посмотри, блядь, это же он и есть, блядь, посмотри. Это он и есть, блядь! Пиздец, машина времени, блядь, он является отцом самого себя. Охуеть, блядь. Пиздец. Ебать.
Он отец самого себя. Вот это охуеть, блядь. Вот это панчлайн, блядь. Вот это я задекодил, блядь. Все, Ну, я не знал, что он подарит. Я... Вещь дорогая должна быть. Да. Очень дорогая. Блять. Хуйня скучная, блять, но тёлка пиздатая, ржуха такая, мне нравится. Нахуй идешь сразу, блять. 25-й кадр, нахуй. Можно вообще не вести себя как уебан, блядь, на камеру, ёб твою мать, блядь. Ля какая. Подари себя просто, ёбаный в рот, и все, блядь, этого хватит. Изи, блядь, изи нахуй, блядь, я читаю это дерьмо, блядь, это изи, блядь, просто прочитано. Кстати, форма, кстати, я не могу. Да, действительно. Действительно, форму. Ну это флекс какой-то, я не понимаю, жесткий. Это низкий флекс, пиздец. Нихуя себе. О-о-о-о, парень, полегче. Блять, если бы он после этого уебал по камере, то это было бы смешно. Я, блять, реально даже бы оценил, блять. Ну нихуя не произошло, блять. Я могу показать один палец, могу показать второй, блять. Могу очко показать, блять. Кто посмотрел, тому въебало, блять. Пиздец, что за рофлы, блять, тупые, нахуй. Хуйня какая-то. Шкильник, блять. Освоил только что телефон, блять. Ой, блядь, все, иди нахуй. Ой, что там, видос нормально? Почему кому-то Пейтону ставят по 2 миллиона лайков? Кому, блядь? Бананчика покажу, вы лайк поставите. Какой-то зумерский юмор, блядь. Невозможно, невозможно понять, блядь. Кому-то рек какой-то, блядь. Слово на букву «Б». Ёбать в рот, это же Петросян, блядь. Да хуя слов на букву «Б», блядь. Да хуище просто. Что за кадровый смех? Пиздец, это Елена Степаненко, блядь. И этот, блядь. Да я понял, ладно. Я в ахуе. Пиздец. Вот это, блядь, олды на месте, как бы. Вот, вот сколько ей лет, блядь, тогда получается? Вот выглядит она так, как будто ей лет столько же, сколько и мне, блядь. 26, нахуй. Нет, ей миллион. Хуй знает, блядь. Мне кажется, столько же, сколько и мне, блядь. Типа лет... Ну, сколько, блядь? Ну, типа, мне сейчас 23. Сколько? Я сейчас... Ну... 26, я думаю, чё, блядь, сколько? Да я постоянно говорю, что... Я постоянно думаю, что мне 26. Я не знаю, почему, блядь. Я постоянно путаю, блядь. У меня проблемы все время с цифрами, блядь. Пиздец. Так вот, блядь, я говорю, ей мне кажется, максимум 26, блядь, но выглядит она не так стар, тип, но, блядь, ну, хуй знает. Джон Сина, кстати. Что известен в ТикТок и слил Мэнди Вудки, который я пошел нахуй. Пошел нахуй просто. О, Тина Канделаки. Если не будет тупым, то у тебя не будет сливок. Че, если не будет? Если не будешь тупой, не будешь кидать какую-то хуйту своим девкам, то у тебя не будет сливок. Получается так, сейчас сек. Все, блядь, понятно. Пиздец, Тина Канделаки, блядь, развалится. Когда батл с Млечиным, блядь, заебал. ГУГД кто? Это Виктор Цой, по-моему. Староста. И троечница ты, блядь, ёбаная нахуй.
Пиздец. Староста, блядь. Я говорю, блядь, хоть одно слово, сука, хоть одно слово, блядь, но с грамматической ошибкой надо написать, блядь. Че? Я сомневаюсь. Она пальцами, блядь, разрубила как-то, что-то я не понял, блядь. Опять какие-то рецепты, заебал. Пизду, блядь, мы тут пришли, блядь, чё? Мы что, блядь, пришли сюда об кружку? А, возможно. Что, блядь, пришёл сюда преисполняться знаний каких-то, блядь, деградировать сюда пришли, блядь. Вы знали, что в этом бесячем тренде мы... А, что? Что? Можно нажать... Ай, все, иди нахуй. Пиздец, ну что это за тренд ебаный, блядь? Говно ебаное, блядь. Жми, блядь, еще, блядь, угадывай, нахуй, там этот... Пизду. Заебёте. 25-й кадр. Он чего, ебёт по камере? Это будет смешно. Все хотят их пануть. Так в чем прикол-то, блядь? Хуйня какая-то, блядь. Это нужно нажимать на паузу, блядь, вовремя. Я что, дурак, блядь, этим заниматься, нахуй. Смотрите, что получается. Ребята, а что получилось-то? Рука сломалась, блядь. Прочее и... Пиздец. Приходится учиться приколом, блядь, всяким. Пиздец. И теперь этот клиент стал в 10 раз дольше, блядь. Не на паузу. Через поделиться, блядь, да, уже все рассказывают, блядь, уже я понял, блядь. Пиздец. Блядь, ну у нее хотя бы картинка, блядь, нормальная, блядь. Как ни странно. Блядь. Я даже не знаю, как это, блядь, вообще, как это, блядь, ну, как бы... Вот что ты можешь сказать, Федя, вот на это, блядь, просто? Вот что-то вот оно вертится, блядь, как будто вот рядом, блядь, но вот ничего не приходит в голову, блядь. Федя, ёбан в рот, ты вообще тут нахуй. Пиздец, он меня кинул, блядь. Открыть через GIF? Что значит через GIF открыть? Я что-то так и не понял вообще, типа. Сохранять его, что ли, блядь, надо, типа? Пиздец, суперсложная хуйня какая-то. О, вот этот пиздатый музон, кстати. Поставим 100 тысяч лайков, чтобы бабушка дожила до 100 лет, блядь. Сука. Понятно. Можете идти только тихом с классом. Понятно. Пиздец. Мне кажется, это была актерская игра. Она хотела что-то нам передать, но неизвестно что. Смысловая нагрузка 10 тысяч из 10, но смысла нет. О, скор! О, скор! О, скор! Опять будет кричать, да, хуйню? Типичные рофлы школьников, блядь. Что делает мой парень? Ой, иди нахуй, блядь, ещё там, блядь. Снова нахуй, иди тупая шкива, блядь. Да, да пусть все нахуй, блядь, хуйню какую-то снимать, блядь. Где приколы, блядь? О, какой мальчик красивый, блядь, поцеловать, блядь, в писю прям. Коронавирус нам не страшен. Почему они угорают, блядь, с этого? Это же, сука, это мне стало смешно от того, что это, сука, не смешно, блядь. Сука, ёбаный парадокс, блядь, какой-то. Чего они смеются, блядь? Вот они смеются, блядь, реально в этой хуйне, блядь, можно ходить, блядь, спокойно, нахуй. Пиздец. Ебать. Понятно. Вернулся с трени, блядь. Вот это общага, блядь, я поверю, блядь. Вот это реально общага, блядь, больше похоже, блядь. Так все так уебищно выглядит, блядь.
так же, как у меня прям, когда я жил. Тебе, друзья, подруги, и дела нет до моей душевной муки, но что-то там я тебя люблю. Спасибо, короче, за фоллоу, блядь, заебись, спасибо всем, спасибо, блядь, до свидания, блядь, заебись. Ой, блядь, так что он дрочил или тиктоки снимал, я так и не понял, блядь, этого прикола. Ну, невозможно будет узнать, похоже. Блять. Просто достать ремень, блять, нужно, блять. Вот так вот сделать, блять. Вот так вот, блять. Когда, блять, делаешь вот так, типа, уже там расправляешь вот так вот, блять. Когда он делает сюда хуяк, блять, и все, типа. И все, блять, и уже как бы нет такого, он же не выебывается. Кость. Что это? Блять, где Федя, нахуй? Этот медик ебаный, он знает, что это. Какие-то черви, блять, у него там. Глисты. Блять, может это глист, блять, огромный, нахуй, там вытаскивает, блядь. Из-за крема, блядь. Чё, блядь? Ну, втер, блядь. Понятненько. Чё, нахуй он там стоит? Для чего, блядь? Для чего он там стоит? Нахуй он там нужен, блядь? Просто стоит, блядь, кринжует, блядь. Просто встал пацан, кринжует, блядь. А чё тут снимаете, да? Ну я просто стою, блядь, такой, типа, как это, блядь. Пиздец, блядь. ЖБК, зарабатываем пятерки. Пятерки в одноклассниках, видимо. Угу. Ничего не меняется абсолютно. Кадра на панели не хватает, конечно. Так. Блять, почему это так всрато, блять? Блять, почему это же такая хуйня, блять? Почему мне так смешно, блять? Со всей этой абсурдности, блять, просто всей этой ситуации, блять, просто. Чё он ржёт, блять? Ну, нихуя не смешно, это же не смешно, блять. Ой, сука, пизду, блять. Когда мне было 11 лет, мы с подругой пошли сделать фото на крышу дома. Там нужно, да, поймать, да, момент? Пиздой, не буду, нахуй. Не хочу разбираться, блядь. Догадать, как красить волосы или чё? А чё поменялось? Чё-то поменялось вообще? У него просто грязные были волосы, надо было просто помыть волосы, и всё было бы то же самое. Хуйня какая-то, в чём прикол, блядь. Блять. Ну музыка пизда, реально, блядь. Блять. Капустин, блядь, припев вот самый, блядь. Водка, вода. Бля, хорошо, хорошо, ладно, это хорошо, блядь, это реально, блядь. Я думал, что там будет какой-нибудь панк-рок, блядь, или ещё какая-нибудь хуйня, блядь. Типа, ну это тоже заебись, блядь. Я не буду закрывать глаза ни в коем случае, блядь. Блядь, лучше б я закрыл, ёбаный в рот, блядь. Нахуй так делать, блядь. Знала, блядь. Это чем-то закончится? Чего, блядь? Вот просто в офисе они сидят, блядь, в офисе, занимаются какой-то хуйнёй, блядь. У него выпала 10-минутка, блядь. И вот они начали, решили записать вот такой ТикТок. Как они, сука, к этому пришли, блядь, вообще нахуй? Как они пришли к тому, что она, сука, проебала трусы, блядь? Как? Сука. Что за... Блядь.
фиолетовое пламя. Уже, кстати, несколько раз видел, блядь, этот прикол. Это из Жожи, типа, какой-то прикол или чё? Блядь, ёбаный Федя, блядь. Чё шипит, сука? О, школа, ебать. О, все плохо, походу, блядь. Походу, там вся школа, нахуй, на ушах, блядь, от нее стоит, блядь. Она на каждое, блядь, родительское собрание приходит. Вы чё, блядь, моему ребенку нахуй двойку поставили, блядь? Вы чё, охуели, блядь? Блядь, пацаны, блядь. Пацаны сидят, блядь. Блядь, в этот, блядь, в как это, блядь, хуйня называется, блядь. В клон, блядь, Майнкрафта, нахуй, блядь. Играют, блядь, на планшетах, блядь. Что за какофония, блядь? Что за какофония, блядь? Просто супер дерьмо звук, блядь. О! Попадаешь, остаешься там, Бимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя. Зиба на тебя. Сука, это не он поет, блядь, но выглядело охуенно, блядь. Пизда, только лайк за это, просто только поставлю, блядь. А где-то же... А, это оригинал, кстати, почему-то. Хотя это... Во. Вот. Стрелять между нами, пальпа, попадай. Ставься там, пьемка. Тебя. Как он так еще... Тебя так красиво, блядь, затянул, блядь. Ну, это лайк. Без лайка тут, конечно, нельзя его оставить просто... Когда ребенок у бабушки? А Феди нету, блядь, ему понравилось, нахуй. Бля, по ней прям видно, нахуй, у нее такие мешки, блядь, огромные, нахуй. По ней прям реально видно, блядь, что у нее, блядь, только что, блядь, буквально ребенок, блядь, шел. Она еще спать, поспать не успела, блядь, уже ТикТок снимает, нахуй. Первым делом, блядь, снять ТикТок, нахуй, пока ребенка нет, блядь. Иначе, блядь, устраивать адский дэнс, блядь, пока он рядом ходит, блядь, ну, как бы не слишком безопасно, блядь. Типа, вот, пришлось так вот сделать. Сначала снять ТикТок, потом спать ложиться. Жесть. Произошло ёбаное ничего, блядь. Просто какой-то звук, блядь, поставленный, блядь. А чё отгадывать? Это сперма, блядь, какая-то. Чё это такое? Это же ёбаный Соник, блядь. На ёбка. Это я уже не верю, вот... Ну нихуёво, блядь, она просто флексит, блядь. Просто флексит, блядь. Без зуба, кстати. Но все равно она флексит, прикольно. Просто флексит, блядь, как бы, типа. Нечего сказать. Факт о коронавирусе, это, кстати. А, я понял. Понятно. Ты чё? А, это желейные червяки, короче. А как это все связано, блядь? Это как-то, типа, имеет какой-то концепт, типа, или что? Это задумка автора, блядь? Почему это все так выглядит, блядь? Понятно, хуй-то. Понятно, хуй-то. Многодетная мама. А, блять, анаконда, она заглатывает, блять, свою жертву, блять, как заглатывает хуи, видимо, блять, скорее всего. Коронавирус. Здесь в домике, блять.
Мне кажется, она уже была. Но я не уверен. Потому что я ее уже видел. По-моему, была, да. По-моему, да. Она с сиськами, блядь, лезет в экран, блядь. С сиськами лезет просто. Ха-ха. Ха-ха, блядь. Просто хуй встал, кстати. Блядь, опять пиздец, что делать? Блядь. Блять. Ёбаный в рот, что, блять, это такое, нахуй, просто... Подожди, там все... Стоп, они спят... Что, блять? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто ничего не написал? А русская Арина. Пиздец. Она спит, походу, с сестрой в одной постели, блять. Блять, она с одной сестрой в одной постели спит, блять. Там кринжа просто сидит, ловит. Все, блять, типа. Я думал, сам, блять, включит. Как я, блять, тебе увеличу, нахуй, скорость, блять. Промотаю время, блять. Как, блять, Хронос в хранитель времени, блять, или что? А, ты чё не будет, блядь, в пизду? С девушкой. Ебать, ёх. Шар, блядь, воздушный, блядь. Так шапка дебильная, блядь, максимально, нахуй. У сеструхи, наверное, свистнули, блядь. Или там... Это же её не купили, блядь, они в том же центре просто спиздили эту шапку и в ней ходят, блядь. С другом. Давай сегодня выпьем. Давай. Там закуска. Пельмени. Кичинез. Да. Да. Братан, спина болит. Можешь по-братски? Да, конечно, по-братски. По-братски без проблем. По-братски, по-братски без проблем, конечно. Блять, такая хуета, блять. Такая хуйня, блять. Не смешная абсолютно, блять. Но мне смешно. Пух. Как заебала хуйня всякая, блять. Приходить по телефону, блядь, ёб твою мать. Каэльный, блядь, своими повторами заебал, блядь. Солнышко? Тренд один пошёл. Блядь. Сухой кашель начался, блядь. Ровно пинус пришёл. Блядь. Петров, блядь, над её рукой, блядь. Ну, ладно, все, не буду смотреть. Федя, нет, может не смотреть. Все-таки. Хуета какая-то, блядь, для строителей, блядь, каких-то. Я сюда, блядь, деградировать пришел, хуетой заниматься, блядь. Пятьсот рублей упало, блядь. Ой. Пытается меньше стресс. Вот все. Понятно. Ёбаный в рот. Это пацан или нет? Хотя вроде света 810к. Хуй узнает. Блять, я уже хочу прям услышать эту песню, блять, про... Ждите меня на Бали, блять, просто. Увидите уёбков, которые танцуют, блять. Охуеть, олды на месте, блядь. Это же тот самый чел, кстати, который играл, блядь, в этом фильме же, да, блядь? Как он, блядь? Миллионер с трущоб. Женщина, вы устанете, блядь, всё-таки. Возраст как бы даст себя знать. Пусть как куда вы от детей убежите.
А, это же женский стендап, я только хотел сказать, это реально женский стендап, блядь. Хуй-то, блядь. Такой же коронавирус, блядь, везде, нахуй, одинаково работает, блядь. Кстати, надо проверить реально, сколько людей, блядь, вообще, блядь, в адекватном состоянии, нахуй, так сказать, блядь, находится сейчас. Кто-нибудь, блядь, жив вообще, умер, блядь, или что произошло. Сейчас нужно найти, блядь. Вот-вот, между интервью с Шабулдой Яной, блядь, и с лучником. Так, вот, коронавирус, пандемия, блядь. Посмотрим. А, Россия. Нихуя себе, блядь. 253 человека, блядь. Я смотрел вчера. Было 200 человек, блядь. 50 человек плюс, блядь. Охуеть, блядь. Но 12, кстати, воскресло, так сказать. Было 8. Но все равно, блядь, заразилось больше намного. Уноу. Ой, ну и приколы, конечно, блядь, это же... Что за хуйня, блядь, что за музыка дерьма, блядь? Что за музыка дерьма, блядь? Просто ужасно, как это... Карин, не сгорай, не, ну ты точно друг хулиганка. Не, ну сиськи у него, конечно, нормальные, блядь. Неудивительно, что она изменяет вообще кому-то, блядь. Кстати. Понятно, хуй-то. Да заебали тёлки, блядь. Тёлки не смешные, блядь. О чём, блядь, говорить, блядь? О чём вот говорить, блядь? Просто, блядь, тёлки какие-то, блядь. Заебали, нахуй. Ну жопа, блядь. Жопа и жопа, блядь. Заебало. Пиздец. Он сейчас, блядь, 15-й кадр, вот, да, 25-й делает, да. Пошел нахуй. Девушка. Я не знакомлюсь. Да нахер ты нужна, от машины отойди, только помыл. Как смешно, блядь. Сука, даже ебаным автомобилистам, мне кажется, не смешно, блядь, от этой хуйни, блядь, типа. Вот, блядь, я такой, типа, подъебал, блядь, типа, блядь, моя машина, блядь. За похуй вообще всем, блядь, на твою машину, блядь. Странно, что тебе не похуй вообще. Да, блядь, а в Польше, блядь, коты по-другому мяукают, блядь, вообще. По приколу. Ёбаный в рот, блядь. Олды на месте. Ну, по ней видно, что свои так-то. Чё-то был, блядь, о чём этот диалог был, блядь? Она спросила у него, ты будешь ёбаные наркотики? Он такой, да, говорит, давай другие наркотики. А потом начал у него другую какую-то хуйню спрашивать, не связанную с этим. В чем смысл? Они уже объёбаны или чё, блядь? Хуйня какая-то. Школьники ёбаные, блядь, закидывают снюсом, хуйню несут, блядь. Суждая, блядь. Просто... Чё происходит? И чё, блядь? Пиздец, нахуй смысл, блядь? На зачем смысл, блядь, нужен, блядь? Блядь, вот... такое ощущение, блядь, я не знаю, они соревнуются с тем, кто ещё тупее это сделает, блядь, просто. Это самая тупая хуйня, блядь, непонятно для чего и почему создана, блядь, укропами, нахуй. Когда это делать... Ах, пизду, пизду, блядь. Я вас люблю, хочу, чтобы вы были счастливы. Нужно поставить 10 тысяч лайков, чтобы они вечно были счастливы. Я считаю. Хакер-майнкрафтер. Музыка называется. А, блядь, музыка называется хакер. Хакер-майнкрафтер, блядь. Какие-то индусские тиктоки, блядь. В России, блядь.
и он упадет от вибрации. Не лайкайте это видео. Пиздец, пацан создает контента больше, блядь, чем какие-то тупые девки, блядь. Пиздец, он саспенса нагнал, блядь. Не лайкайте видео, блядь. Там придет вибрация, блядь, и телефон ёбнется. Саспенс, пиздец. А ему мамка пизды даст, блядь. А тёлки чё, блядь? Вот он жопой, блядь, покрутил своей, блядь. Ну да, жопа. Ну пиздатая жопа. Ну охуенная жопа. Ну еще пара красивых слов можно сказать об этой жопе, блядь. Но тут, блядь, история, нахуй, просто целая, блядь. Неважно, что он сам ее придумал, да, можно сказать, он ее сам создал. Он создал историю, блядь, просто можно сказать, блядь. Просто нахуй сразу. Это, блядь, новый состав пуски DOS или чё, блядь, чё это такое? Ля какая, блядь. Алиночка, 36. Хуйня, короче, рифма пиздец, говно, блядь. Я. Рифма дерьмо, блядь. И чё, блядь? Пиздец, страшные, блядь, какие-то видосы, блядь. Нахуй. Нахуй это в ТикТоке, блядь, выкладывать? Нахуя, блядь? Для чего это, блядь? Пиздец, человек хуё, блядь. Вот, в ТикТок, блядь. Развлекательная платформа, блядь. Вот, я снимаю в ТикТок, блядь. Снимаю, блядь, в ТикТок, нахуй, блядь. Как вы умираете, блядь, с скуки, нахуй, с этого говна, блядь, ёбаного на потоке, блядь. Всех детей, блядь, вот этого, нахуй, блядь. Пиздец. Нахуя, блядь. Так у него такие, блядь, штаны, нахуй, я ебал, блядь, гусарские. Ну ладно. Блять, вот в ней была экспрессия, хотя бы была жизнь, была музыка, я бы сказал даже. А еще было бы неплохо, если в ней побывал мой хуй. А, блять. Да вы там нихуево, блять, зажигаете, я смотрю, блять. Че они там едят, блять? Картошка, блять, или че там, блять? Почему это? Может, это лоб... Он присневел, и хлеб, они реально, походу, там жрать нечего, блядь. Ну-ка, блядь. Дома знакомые, блядь. Обычно такие, блядь, в этом... Во Владивосток, блядь, как он, блядь... Благовещенский где-то, блядь, такие дома, нахуй, до сих пор стоят, блядь. Там участок был реально похожий на хату, блядь, про которую мне батя показывал, блядь, пиздец, один в один, нахуй. Такой же деревянный дом. Чего он говорит, блядь? Чего он говорит, блядь? Нихуя не понимаю, блядь. Блять. Ну-ка. Так. Кто это? А, я знаю, кто это пятница. Ой, не пятница, это, блять, это пицца, блять, или этот хуй какой-то. Это я не знаю, кто это. Такое говно я не знаю, блять. Чё он делает, блядь? Это не тот, это не надо, блядь, сосаться, тут нужно угадывать, блядь, вы заебёте. А в чём прикол, типа, нужно же, наверное, как-то, блядь, показать, что ты знаешь, нет? Нет, такое не знаю тоже, блядь. Такое отошёл, фу, блядь, попса галимая, блядь. Это была нормальная музыка, блядь, это хуйня какая-то, блядь. Лучше, блядь, Баскова послушаю, нахуй.
Она все знает, она все понимает. Он такой, странно, что это не слушал. Прикольно так-то вроде бы. Хуйня какая-то, короче. Они что не показывают, блядь, я не понимаю. Они показывают друг на друга, типа, но при этом... Что, блядь? Кто из вас умнее? Кто из вас больше похож на шлюху? Кто из вас больше любит тратить деньги? У кого из вас больше ухажеров? Что за хуйня, блядь? Вообще ебанутые, блядь? Что за бред, блядь? Моя девушка не поняла это видео. Я уже вообще нихуя не понимаю, блядь. Ты ж нихуя не понял, типа. То ли я даун, блять, то ли лыжи не едут. А, осуждаю, кстати. Я вниз просто. Я просто вниз, блять. Она ехала с шестого этажа. Сейчас где-то тут будет кадр. Шестой этаж. Шесть. Там написано шесть было. Это шестой этаж. А на это шестого на первый, блядь. И чё? Ну-ка, пояснительная бригада, блядь, вызывается сейчас. Остальное нужен первый поход, парень. Сам блондин. Остается пешком трудно спуститься. Так там написано, что и надо на первый этаж. Где? Чего, блядь? Чё написано, блядь? Со своего этажа на первый, но девушка зашла, потому что лифт уже на первом. Пяти зашли, и он ждал, пока она сама... Чего, блядь? Идите нахуй, короче, в пизду, блядь. Все, нахуй. Закрываю, блядь, эти видосы, блядь. Хуйта какая-то, блядь, полная, блядь. Вот. Вот, пацаны, блядь, поняшцы. Только как он его так, это, так его аккуратненько потрогал. Ну за такие приколы он тебя в жопу выебет. А ты, я думаю, будешь и не против, ёпт. Алло, ёбаный, ты, блядь, где нахуй ходишь, блядь? Ты тут, блядь? Понятно, блядь. Silent Assassin, ёбаный, блядь. Ладно, короче, последних три тиктока, блядь. Эти три тиктока, нахуй. Все, блядь, я закрываю нахуй, блядь, его. Закрываю тикток, блядь. И чё, блядь? Ну идёт, ну, чел, ну идёт, блядь. Понятненько. Последний, кстати. Сейчас будет жёсткий флекс. Очень жёсткий флекс. Да, это того стоит, определенно. Все, нахуй, короче, заканчиваю, блядь. Закрываю ТикТок, нахуй, все, блядь. Теперь в России смотреть его нельзя, запрещено. Это за нее все. Вините ее все. Если, блядь, не сможете зайти в ТикТок, то как бы виноват будет она. Хули там вздыхаешь, блядь? Хули ты там вздыхаешь, блядь? А? Хуй на, блядь. Ой, блядь. Так, еще раз обновлю, блядь, показатели, нахуй. Коронапинус, блядь, ебаного.
Ебать, чё-то карта стала красная, пизде. 253 человека. По-моему, столько же и было. Пиздец, нахуй. Всё, блядь, в говне, блядь. Всё в говне, блядь. А что такое салвот? Типа, извлечены были, я так понимаю. Все, кто заразился. Спект. Ну, короче, блядь, все, блядь. Я заканчиваю нахуй стрим, блядь, наверное. Но еще сейчас посмотрим еще видосики, если что-то есть какие-то. Но если нет, то все, нахуй. Ой, бля. Ты я стримлю к 100 на ютубе, блядь. Так. Три раунда гоу-килл, блядь. Группа френдзона, блядь. Вписка с френдзоной можешь посмотреть, блядь. Чтобы уебаться, блядь, конкретно в мясо, блядь. Прям жестко нахуй уебаться, блядь. Так. Хуй-то, блядь. Не интересует, нахуй. Просто не интересует, блядь, нахуй. Ничего интересного, блядь. Абсолютно нихуя, блядь, интересного, блядь. Там ёбаном интернете нет, блядь. Спам, блядь, всякая хуйня, блядь. Всё, нахуй, я спать. Ты, блядь, ни одно слово нахуй не сказал, блядь, даже. Потому что я уже спал полчаса, блядь. Ну, ты красиво делаешь, блядь, конечно. Ой, блядь, ну ладно, нахуй, это ж, блядь, тогда пойду спать, нахуй. Тиктоки уничтожаю. Давай. А, чё? А, всё, блядь, короче, блядь. Шо, пацаны, блядь? Как говорится, stick your finger in my ass. Всем спасибо, блядь, за уделенное время. Стримчик вышел не такой большой, как вчера, блядь. Вчера был полный пиздец, блядь. Вчера на лютом приколе был, блядь, вообще. Так что, ёпта, всем спасибо за уделенное время. Как говорится, до свидания. Всех чмокаю в писю. Пока. Ну, все, выключайте уж. Все, пока.